против квот по приему беженцев за усиление контроля над внешними границами. Австрия обеспокоена появлением нового балканского маршрута, по которому мигранты следуют страны ЕС, и намерена принять ответные меры. Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. Мы работаем с Албанией и другими странами этого маршрута с целью остановить поток беженцев в Центральную Европу. Курц пообещал, что не допустит повторения ситуации 2015-16 годов, когда в Евросоюз прибыли 2,5 миллиона мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Балканский маршрут пролегает через Албанию, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Хорватию и Словению. По словам канцлера, если переговоры с правительствами этих стран не увенчаются успехом, Австрия закроет внешние границы.